празднования Хэллоуина, так, чужого для нас, в общем-то, праздника, конечно, личное дело каждого человека. И, наверное, вряд ли на государственном уровне стоит делать такую рекламу, как запрещать те или иные праздники. Дело в том, что сам праздник связан с определенным хулиганским поведением. Он изначально бросает вызов неким традиционным ценностям. И его запреты только будут подогревать вот эту эстетику протеста своего рода. Понятно, что церковь, государство, школа, система образования должны вести какую-то пропаганду против этого праздника, но сами по себе это должна делать общественность, это должно делать гражданское общество, а не законы или там, не депутаты какие-то. Вот, поэтому просто на уровне воздействия на убеждения каждого можно не допускать того, что праздник приобретал популярность.